И всем привет, это Секс, да и я Егор, новое видео на мой канал. Новое будет, как всегда, по Майнкрафту, да-да. Как считаете, победят ли скины? Такие есть. Вот обычный Стив, есть Алекс. Вот такие. Такие. И вот такие даже есть. Тут один. У них два. Вот есть еще. Есть. И вот такие последние. А я пока что буду за Стива. Вот сегодня... Ой. А, так и думаешь, прекратить что, чем я зашел. Выйти в главное меню. Простите, просто кнопки эти всегда путаю. Подождите, простите. Вот, выживали сегодня. Уже два видео по Майнкрафту сегодня. Когда уж темнота такая. Я сразу на кладку снимаю. Только что спать, поспать. Интересно. Не может походить. Нет, ну опасно. Богу скелеты, спрятаться зомбики. И самые опасные. Крипер. Я их боюсь. Буду завать мои кровати вещи. Я по Майнкрафту не так сильно разбираюсь. Я его закачал где-то месяц назад, хоть он доступен в России. Дикишка. Ребят, вы в курсе диких кадаша? Это пор новый. Кишка 100% должна была быть. Где они? Ну, я же один играю. Это что, у нас же была кишка, вы помните? Наш прогресс украли. А что я с топором буду делать? Как я его рубить? Как? Давайте новый месяц создадим. Украли наши вещи, ребята. Украли. Я с первого раза даже не заметил, что украли, ребят. Честно. О, рядом с водичкой мы заставим чашу. Ну, плохо, что на острове таком маленьком. Что я ничего не нажимаю, он сам. Мы пишем наш самый диод. Вы думаете, как просто две кнопки? Почему пишу я такой? Потому что я же не выиграю.
с ним не играю сейчас. Я с него играю, логично. Я за него не играю, но я за него играю. Круто. У меня это еще алмазы. У меня алмазов еще нет, но у меня они уже есть. В мире. Где куры нам нужно мясо, простите. За это, потому что я тут ждал. Пернул. Она даже ушла. Это все равно не спасибо. Когда вечером с этим ребяткой нам нужны овечки. Если найдем трех овечек, все у нас не будет. Ночью. Да, надо еще до ночи ходить. Это как? Это как? Тут есть коровы, свиньи, но нет овц. Это плохо. Сейчас я еще допущу, допущу, ладно. Только не лечите меня, а то меня уже достало это все. Я с него лишь во второй класс перехожу. Вижу, вижу вас. Там их две, надо еще одну. Видели вы это? Какие смачные пистоны у бабочки. Это тоже смачные пистоны у бабочки. Ну тут запах прям этих животных. Может здесь поселиться, ладно? Ладно, здесь поселюсь. Ну, скелеты и зомби могут по воде ходить. Это плохо. Это плохое, чтобы сражаться. Зомби и скелеты только хилиться будут. Потому что огонь же на них бьет. А если вода будет внизу? Значит, вода будет хилить. Вот так, значит, наверное. Опа. Опа, опа, опа. Я хочу туда... Я логичный чувак, поняли? Тут там овечка. Вдруг? Не надо топора ломать на бесполезные вещи. Может, это вещь полезная, реально. Мы найдем овечку, и все. И все, топор будет нашим любименьким. Пацану пусть. Чигерий Болсон, ось не на берег, ось не прилетит, ось не унесет. Не пуши меня, больше не. Тихо. Ну вот сложно. Для меня это сложно паркур. Я в паркурах очень хорошо разбираюсь. Не в Майнкрафте. Ой, ребят. И что где-то все. Тогда мы.
Тогда мы что-то высоты хотя бы ее разглядим. Ну что, уголек разглядели, круто, ребята. Я до него не доберусь, как всегда, потому что до этого я еле. Это изи, ребята. У меня слезы уже пошли. Важно тебе не хорошего. И поклоняться сейчас буду. Хорошая. Ты себе помог, ребята. Смотрите, что сегодня прям кашляю. Не знаю, что. И что с прошлым миром, ребята, я тоже не знаю. Честно. Вот я сейчас. И вот я сейчас нас видел и. Какая курятина все равно. Не говядина. Иди. Какая ты вкусная. Так, я жрать хочу. Водички чуть-чуть. Выпил, хватит. Ну ладно, чуть-чуть. Шахта тут еще рядом, видите, там два. Лучше место вот тут у нас покваши все. Ну, плохо, что деревьев нет. Реально. Не стыдно на гору забраться, там вроде будут деревья, вроде так. Блин, надо будет в другом месте. Ладно. Я пойду в другое место искать для поселения. Кровать у меня уже есть, я могу куда угодно. Видите там что? Там что такое? Что за башня? А это не... Блин, это боги. А там тыковка? Или мне показалось? Если тыковка, а шик. Опять показалось, блин. Можно поселиться, ну, где-то тут. Деревья рядом, водичка рядом. Давайте, пока меня не будет, я построю дом, пока вы не увидите, как я построю дом, если что-то. Давайте. Ладно, я с вами потом построю дом, хорошо, ребята. И всем пока, с вами я был Егор, и пока-пока.